Полиция Франции опубликовала фотографии злоумышленников, подозреваемых в нападении на редакцию парижского журнала «Шарли Эбдо». Это братья 32-летний Саид и 34-летний Шериф Куаши. Сейчас в городе Реймс продолжается операция по их поимке. По данным властей, братья вооружены и могут представлять опасность для людей. Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что полицейским сдался самый младший из подозреваемых – 18-летний Хамид Мурат. Официальных заявлений от властей на этот счет пока не поступало. Между тем, главы многих государств и международных организаций осудили им теракт. Свои соболезнования семьям погибших выразили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель. Они назвали нападение на редакцию журнала «Шарли Эбдо» ударом по ценностям и мироустройству. Траурные митинги проходят в городах Франции, Канаде, Швейцарии и США.